Речь идет о смысле жизни. Речь идет о радости жизни, о ее качестве. Это именно те ценности, за которые действительно стоит бороться. Вы тоже так считаете? Тогда скажите PM «Да». Мы будем вам рады. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Очень приятно вас видеть в этом зале в сегодняшний такой прекрасный зимний день. Давайте знакомиться. Меня зовут Юлия Верещагина, я деловой партнер компании Premium International. И хочу в свою очередь узнать, кто сегодня вообще первый раз, вот пришли, ничего не знали, пришли первый раз. Ага, благодарю. Прежде чем мы начнем, у меня будет две огромные просьбы. Просьба первая. Выключить звук у мобильного телефона. Кто не умеет выключать звук у мобильного телефона, обратитесь к соседям, вам обязательно помогут. Поставьте режим «Не беспокоить», поставьте авиарежим, бесшумный режим. А у кого два телефона? Второй телефон обычно всегда молчит, но в ответственный момент вы датовски зазвоните. Выключили, благодарю вас. Наверняка по ходу проведения нашей сегодняшней встречи у вас будут возникать вопросы. Пожалуйста, вопросы фиксируйте, и в конце, когда мы закончим нашу презентацию, мы на ваши вопросы ответим. Если вдруг я не буду знать ответов на все вопросы, я штука учусь, поэтому мы будем знать, кому эти вопросы можно начать. Итак, давайте начинать. Компания Premium International родилась в 1993 году, то есть ей в прошлом году исполнилось 25 лет. И что интересно, на просторах наших стран о ней никто не слышал. Я не впервые узнала в октябре этого года, будучи в Киеве. И узнав об этой компании в октябре, уже в этом же месяце я была в Германии, в городе Шпайр, где самый крупный логистический центр Европы. То есть нас повезли туда как лидеров бонусом, для того, чтобы мы могли изнутри увидеть всю эту компанию. И что особенно приятно, компания, ну, достаточно молодая, можно сказать, 25 лет. Из этих 25 лет компания развивалась 20 лет только в Германии. Они нарабатывали клинические испытания, они собирали группу ученых, они проводили научные советы, были только интернет-магазины по миру, то есть они обрастали сертификатами, наградами, они обрастали благодарными клиентами. И только 5 лет назад началась вот такая вот мировая экспансия. За эти 5 лет компания Premium International уже представлена на 5 континентах. В этом году будет официальное открытие компании в Южной Корее, во Вьетнаме, в Канаде, в Чили и, конечно же, в нашей любимой Украине. В этом офисе Шпайер я уже была дважды. Мы здесь были в октябре, нас пригласили на экскурсию по компании. И уже в январе месяце, в начале января, сразу после Рождества, у нас уже были тренинги. На этом слайде вы видите основателя и родителя, и владельца этой компании. Рольф Зорг и Вики Зорг. Это семейная компания. Рольф Зорг, он много лет подряд занимал титул предпринимателя года, а компания входила в лучшие компании прямых продаж Германии и Европы. И Рольф Зорг – это тот человек, который не теоретик. Вот за что мне нравится наша компания? За то, что Рольф Зорг сам в самом начале своего пути он пошел в сеть. И за первые 3 года работы он в свою первую линию пригласил 360 человек. То есть все задачи, все трудности, все вещи, которые должен пройти человек, который занимается прямыми продажами, все это он знает не из книжек. Все это он прошел на своем пути. Для этого у нас есть самые современные материалы.
У нас есть, я попозже расскажу, наша любимая сумка для денег. У нас есть великолепные справочники по продукции. У нас есть великолепный, прекрасный маркетинг-план. И вы знаете, на одной из первых презентаций в октябре в Киеве я услышала такую гениальную фразу, что если вы начнете сотрудничество с этой компанией, это будет ваша последняя компания. В этом зале сидит много людей. И скажите, пожалуйста, у кого был опыт? Вы работаете в сети, вы строите какой-то свой там бизнес в определенной сетевой компании. В какой-то прекрасный день или не очень прекрасный компания меняет маркетинг. Было такое? У компании происходит ребрендинг. Или как у меня было, я возвращаюсь из Египта и узнаю, что у меня там куда-то моя ветка, куда-то там делась, уплыла. Я вложила туда время, деньги, душу и так далее. То есть были все эти вещи. И за что мне понравилась наша компания, почему я с пятилетним перерывом, я на протяжении 5 лет MLM не занималась, и говорила спасибо, спасибо, я буду благодарным клиентам со скидкой. Придя на презентацию компании Premium International в начале октября, я была колючая, завела будильник в телефоне и сказала, я про продукцию послушаю, а бизнес мне не нужен. У меня другая встреча. У меня прозвенел будильник, я встала и ушла. Это было в начале октября. Ровно через неделю, уже на следующей презентации, когда я уже послушала маркетинг, я уже за октябрь закрыла 2 квалификации до конца месяца и попала в Германию. Поэтому я вам искренне желаю влюбиться и вот этой вот вкусняшкой вот заразиться, как и я. И вот этот вот слайд один из моих любимых. В октябре, когда мы были в компании в офисе в Швайре, нам показывали сертификаты, то есть мы видели оригиналы. Мы сидели в конференц-зале, где проходят совещания. И вот эти вот сертификаты, вот эти награды компании, это маленькая-маленькая копеечка. На сегодняшний день в компании порядка 500 наград и сертификатов. На этом слайде вы видите 5. Потому что если мы будем с вами сейчас озвучивать все 500, мы аккуратненько разойдемся завтрашним утром. Наверняка на сегодня на вечер у многих из вас назначены свои какие-то другие мероприятия. Итак, первое, о чем бы мне хотелось сказать. Топ-100. В Германии есть такой вот рейтинг инновационных предприятий. Ежегодно на этот рейтинг номинируется порядка 40 тысяч компаний. И мне особенно гордо заявить, что компания Premium International на протяжении 17 лет подряд была в тройке лидеров топ-100. Единственная компания в Германии, которая занимается каким-то там освещением диодными лампами, она в этот топ-100 попадала 3 раза. Мы 17 лет подряд являемся топ-100 инновационных предприятий Германии. Следующая награда – это Netka. Это говорит о том, что маркетинг-план компании законный, легальный. В 2011 году в Франкфуртском высшем суде компании дали награду. Эта награда говорит о том, что маркетинг-план законный, маркетинг-план легальный, и он единый на всех континентах и во всех 49 странах, где сейчас официально представлена компания. И что особенно приятно для нас, как для дистрибьютора, компания не имеет права менять маркетинг в сторону ухудшения для дистрибьюторов. Кто в своей жизни с этим сталкивался? Решили поменять маркетинг, там что-то сделали, и дистрибьюторы начали меньше получать вознаграждений. Было в нашей жизни такое? Было. Так вот, у компании Premium International за 25 лет ее жизни было только 2 изменения. Один раз добавили процент в сеть, и второй раз добавили процент в сеть. Следующая награда, о которой мы с гордостью говорим, это Кёльн-Лист. Есть сайт
актуальнолист.ком. Это сайт международной ассоциации, которая проводит антидопинговые исследования. То есть нашей продукцией пользуются очень многие мировые известные чемпионы, поэтому для того, чтобы у них была законное основание знать, что это, что эти продукты не содержат никаких химических веществ. То есть компания ежегодно делает проверку на антидопинговые вещества. Следующая награда – это Швейцарский институт витаминов. Он дал свое заключение о том, что продукты дополнительного питания, которые выпускает компания Premium International, 100% натуральные. И я вам хочу сказать, что компания пошла еще дальше и в 2016 году заключила договор с Мюнхенской лабораторией TÜV-SÜD. Эта лаборатория была основана, это стандарт качества, ну, мировой. Эта лаборатория была основана в 1866 году. То есть это всемирная лаборатория, то есть лучше, честнее, качественнее анализов продуктов дополнительного питания, чем эта лаборатория в мире не может предоставить никто. И это исследование достаточно дорогое удовольствие. И мы с удовольствием нашим клиентам говорим, чтобы у вас не было никакого малейшего сомнения, наводите своим мобильным телефоном на этот QR-код, вы автоматически попадаете на сайт TÜV-SÜD, смотрите, что состоит в этой баночке, клинические испытания, из чего состоит то, что вы будете в своей жизни употреблять. И следующий, это даже не сертификат, это стандарт качества, GMP Германия. Очень многие, наверное, вы слышали тоже предприятия, они родились в одной стране, а свое производство вынесли куда-нибудь в страны третьего мира. Ну, мы такие примеры в истории знаем, да? GMP сделано в Германии, это говорит о том, что продукты дополнительного питания компании Premium International всегда будут изготавливаться в Германии. И есть завод в Германии в городе Рот, это фармацевтический концерн, и все наши продукты изготавливаются именно в этом городе, на фармконцерне, и в Германии только 2% аптечных средств изготавливаются по стандартам GMP Германии, и мы в том числе. То есть это говорит о высочайшем качестве, это говорит о абсолютной безопасности этих продуктов. Вот ни на одной из баночек, которую мы с вами употребляем и будем давать своим детям, родителям, нет противопоказаний. Абсолютно никаких. Нигде. Можно следующий слайд, пожалуйста? Ага. На этом слайде вы видите особую позицию компании Premium International. В 2016 году компания заключила договор с Люксембургским институтом науки и технологий. Они арендовали лабораторию, лаборатория продления жизни и долголетия. В этой лаборатории трудятся 17 ученых с мировым именем, нобелевские лауреаты, профессора. Эту лабораторию и эти исследования спонсируют как компания Premium International, так и Евросоюз. И эта лаборатория работает над тем, чтобы каждый день какие новинки в мире, какие новые исследования. Вот совсем недавно в наш детский коктейль Junior было добавлено еще 22 компонента. Вот видите, значок New, то есть это уже новый детский коктейль. И прошу обратить внимание, что это абсолютно без удорожания цены. И эта лаборатория, эти ученые каждый божий день делают какие-то новые и новые открытия. Причем, что интересно, нам проводили презентацию из этой лаборатории, ну, через интернет, онлайн, будучи в Германии. И у нас были врачи в группе, они задавали такие вот, ну, вопросы. А этот доктор говорит, ну, немецкий, вы знаете, мы для врачей проводим вебинары, но даже вебинар по активайзу может длиться 8 часов. То есть они рассказывают, так, компания Premium International, она работает в двух сегментах.
Один сегмент называется Beauty Line. Это красота и здоровье снаружи. И второй сегмент называется Fit Line. Это красота и здоровье изнутри. И сейчас мы с вами поговорим о продуктах дополнительного питания, которые выпускает наша компания. Кто слышал такое выражение? Человек есть то, что он ест. Да? Это отчасти верно. Человек есть то, что он ест и усваивает. И к большому нашему сожалению, у многих людей сейчас, и у деток, и у взрослых, и у достаточно взрослых людей, то есть даже если мы питаемся правильно, едим всякие вкусняшки, избегаем там углеводов быстрых, наш организм не в состоянии усвоить все то, что усвоить нужно. И поэтому даже если мы покупаем какие-то себе продукты дополнительного питания, БАДы, витамины, они, к сожалению, уходят транзитом. И статистика на сегодняшний день такова, что продукты дополнительного питания, витамины, БАДы, компании, ну, других остальных компаний, они усваиваются на 5%. Максимум на 20%. То есть 80% денег в лучшем жизни вы отдали утром белому другу. Ну, сами знаете, кому. И вот линия Beauty Line. Это тоже наш предмет гордости особенно. Я принесла показать, я купила себе эти великолепные продукты. Я ими еще не пользовалась. Я вчера своим подружкам тоже сказала, я вот вернусь из Индии, начну пользоваться, вы меня обязательно сфотографируете, да, зафиксируйте все мои там... Ну, мне хоть и 18,5 лет, но уже, да, есть там какие-то возрастные штучки нехорошие. И вот этот крем, например, Forever, это крем дневной, ночной под глаза. Он содержит более 40 ингредиентов. Это вот сыворотка 12-часовое тотальное увлажнение. Есть еще у нас сыворотка тройной лифтинг, мгновенный тройной лифтинг, безоперационная такая вот подтяжка за 3 минуты. Эту сыворотку ученые разрабатывали 20 лет. Вот наносишь под глазик, на морщинку сюда, сюда, телефоном засекаешь 3 минуты, и вот смотришь, а будто бы утюжком пол лица погладили. Мы видели этот эксперимент в Германии. Если бы я не видела своими глазами, сказала, брешут фотошоп. Вот, вот это действительно то, что компания заявляет, то и есть. И вы знаете, я вам хочу сказать, это такое вот субъективное ощущение. Наши люди так привыкли сомневаться, не доверять, где-то там перепроверять. И это, конечно же, оправдано. Вот ну, в Германии люди другие, они до такой степени привыкли, что если оно немецкое, оно высочайшего качества. И мне вот папа недавно сказал, «Доця, а что ж ты хотела, если бы ты ехала на микроавтобусе «Богдан» или если бы ты ехала на микроавтобусе «Фольксваген» и «Мерседес»? У какого микроавтобуса больше шансов доехать до места встречи?» Конечно же, у немецкого, согласна, да? Итак, здесь вы видите линейку продукции компании Premium International. Это продукты дополнительного питания. Это не лекарство. И хочу обратить ваше внимание, что здесь продукты представлены не все. На самом деле их порядка 90. Но есть основных базовых, ну, наверное, 5. 5 базовых продуктов, которые делают порядка 80% всего товарооборота компании. И эти же 5 продуктов, они помогают человеку решить порядка 80% любых проблем по здоровью. Как я уже сказала, это не лекарство. Это, как сказала одна врач из России, которую мы очень уважаем, мы часто смотрим ее вебинары, Галина Костина. Это ресурсная терапия. Мы даем организму ресурс, и он сам восстанавливается. Итак, вот это предмет гордости нашей компании. Это самый главный слайд сегодняшней презентации. То есть это то, чем
мы отличаемся от всех. То есть это наше конкурентное преимущество. Итак, концепция NTC. Что она означает? Она означает, что наши клетки получают питательные вещества точно тогда, когда это надо, и точно туда, куда это надо. Причем мы настолько доверяем своему организму, вот наш продукт Activize, у наших гостей сегодня будет возможность его попробовать и испытать на себе. Вот в этот Activize лично я влюбилась после первых трех глотков. Это случилось у меня в октябре. Я в октябре на презентации в Киеве, у нас было на первой презентации 5 человек, я выпиваю Activize, проходит 3 минуты. У меня вот так вот расширяются глаза. У меня было такое состояние, кто видел таких маленьких щеночков, и они так вот, ну вот так вот как-то скачут, ну вот такие вот они. Живые. Да, вот у меня было вот такое состояние, вот такого какого-то восторга, вот такого подъема энергетического. У меня было красное лицо, у меня горели уши, мне было такое чувство, что у меня волосы шевелятся. Я смотрю, ну, там на свою подружку Оксану, я смотрю там на Нелю Андреевну, а у всех людей вообще другие разные реакции. То есть это говорит о том, что у компании Premium International отличительная особенность, которая называется концепт NTC. То есть NTC это говорит о том, что все питательные вещества, за которые вы заплатили свои деньги, купив эти продукты, на 95% усвоятся. И мы с вами сегодня в этом убедимся. Итак, наше тело состоит из 70 или 100 триллионов клеток. И скажите, пожалуйста, кто знает, когда у человека в клеточке 100% энергии? Кто знает, не подсказывает. Какие-то есть предположения? Когда он там молодой, влюбленный, когда? Ваша вариант? Когда зарплата? Когда зарплата? Прекрасно. Результат влюбленности. Смотрите, 100% энергии клетка человека имеет внутриутробно. Это статистика, это физиология. Только лялечка родилась, она начинает шевелиться, маму дергать, расти. И она уже расходует энергию. Да, вот, внутриутробно 100% энергии. И на протяжении жизни наши клетки теряют энергию. Что же с этим делать? Для того, чтобы нам восстановить наш энергетический статус, у нас есть несколько великолепных продуктов. Это вот наш основной комплекс Basic, Restorate, Activize и Омега-3 и Q10. Сейчас мы с вами некоторые из них рассмотрим более подробно. Итак, кто знает, что такое Омега-3? Это что? Рыбий жир. Это жир. А из чего состоит человеческий организм? Из воды. Большей части. Воды. Из воды, да? То есть, а как жир с водой себя ведет? Плавает. Жир сверху. А еще раз, будьте добры, кто у нас сегодня первый раз в гости? Просто хочу вам показать, что это жир. Кто еще у нас гость? Дайте свою ручку. Попробуйте, потрите, понюхайте. Это, кстати, омега-3, она немножко улучшена апельсиновым вкусом, для того, чтобы деткам было ее вкусненько пить. Кто у нас еще гость? Конечно. Да, правильно. А можно мне подгонять? Кому мужчина? Ласка. Хорошо. Прекрасно. То есть вы сказали, да, что жир себя ведет в воде, плавает сверху. Давайте проводить эксперимент. Убедились, что это жир? Смотрим, что происходит. Я капаю жир. Раз, меньше.
что произошло? Это так выглядит концепт NTC. То есть это жир в мицеллированной форме. Для того, чтобы человеку усвоить жир, ну вот вы съели красную вкусную рыбку, для того, чтобы омега-3 из рыбки усвоилась, организму нужно каждую жиринку засунуть в маленькую мицеллку, и чтобы эта мицеллка попала к нам в клеточку. Так вот, эта компания уже сделала, поэтому усваиваемость этого жира 98%. Если вы выпьете рыбий жир, купите там задорого или не задорого, в аптеке, в капсуле, как угодно, вы его будете пить, этот рыбий жир, максимум процентов там 10-15 вы усвоите, все остальное, мы с вами уже говорили, да, куда денется. Следующее, вот так вот выглядит мицеллирование. И этот концепт NTC и эта система мицеллирования, она защищена 64 международными патентами. То есть это открытие компании, это ноу-хау компании, и на него есть международные патенты. То есть это продукт, который опережает свое время, как сказали наши ученые, лет на 15. Вот наш любимый Activise. Activise – это порошок, который мы разбавляем с водой и пьем по утрам. Из чего состоит Activise? Сюда входит 8 витаминов группы В. Сюда входит витамин С, сюда входит гуарана или бразильский женьшень. Сюда входит водоросль ламинария, и сюда входит ниацин, он же есть витамин, по-моему, В3, или ниацин, это, ну, входит в состав 8 витаминов группы В. А ниацин, ну, кто знает, кто связан с медициной, врачи есть сегодня? Амидропутники есть сегодня? Ну, тогда я могу умничать. Врачей нет. Смотрите, ниацин – это единственный БАД или витамин, который занесен в реестр фармпрепаратов. И ниацин, он работает по сосудам, то есть он пробивает забившиеся сосудики. Самые мелкие сосудики у нас в глазах, в почках, в руках и в ногах. Ниацин есть вот, ну, в аптеках, он есть в таблетках и он есть в уколах. Так вот, чтобы показать, что такое NTC нашей компании, был создан в том числе продукт Activise, он такой вот презентационный, человек выпивает, и через 3 минуты он прекрасно понимает, что подобного в своей жизни он не видел. И что же делает ниацин? Он пробивает мельчайшие капиллярчики. Но если человек выпивает ниацин в таблетке, он через 30-40 минут, пока он там усвоится, начинает свое действие. А если в уколе, то понятно, через там 3-5 минут. Так вот, чем отличается концепт NTC нашей компании? В том, что вы выпиваете и получаете уже эффект через 3 минуты. Будьте добры, мне надо еще раз узнать, сколько у нас новеньких гостей, чтобы мы могли вам дать возможность попробовать раз, два. Посчитайте, пожалуйста. Раз. Попробовать Activise. Ага. Спасибо. Давайте нам следующий слайд. Итак, это базовый продукт компании, который называется, он так и называется Basic. Когда уже всем раздадите Activise, скажите мне, я научу пить, хорошо? Надо что будет сказать все. Итак, препарат Basic – это основной препарат нашей, продукт, вернее, нашей компании. Basic – это тот продукт, который налаживает деятельность всего нашего желудочно-кишечного тракта. Он содержит большое количество овощей и фруктов. И вот по статистике, человек для того, чтобы хорошо себя чувствовал и был здоров, ему надо в день съедать от 5 до 7 порций свежих овощей и фруктов. Скажите, пожалуйста, кто в обычной жизни это съедает? Вот честно, не правда, что не.
Поэтому наши клетки находятся в тотальном дефиците полезных веществ. Так вот этот бейсик, он помогает вот этот вот тотальный дефицит восполнить. Сюда входит витамин А, витамин Е, витамин С. Сюда входит аюрведический комплекс куркумин. Кто знает, почему в теплых странах пользуются большим количеством специй? Вот здесь аюрведический комплекс куркумин, и благодаря концепции NTC он усваивается в 45 раз лучше, чем если бы вы купили куркуму или куркумин в аюрведе или в Индии. Сюда входит раздали активайс. Ага. Так, давайте, смотрите, берем активайс, вот наше здоровье, выпиваем его, оставляем, так капелюшечку, вот так вот еще раз болтали, потому что могут быть посадочки минерала, и выпиваем. Наше здоровье. Ой, вкусненько, да? Скажите, приятный вкус детства, да? Вот у меня точно было, вот я как будто бы у меня было ретро в детство. Папа принес витаминки. Есть такое? Выпили достаточно быстро, и стаканчики можно отдать. А вы знаете, для чего я в самом начале рассказывала, какое количество сертификатов, наград у этого продукта? Вот вы сейчас выпили, вы же не знаете, что с вами сейчас будет. Я? Да, для того, чтобы вы были спокойны и уверены, что этот продукт действительно абсолютно не имеет никаких противопоказаний, но какие у вас могут быть реакции? Вот была моя реакция, я сказала, у меня лицо стало красно-розовым, у меня было такое ощущение, будто бы у меня аж волосы шевелятся, уши красные, у меня вот все горело. У моей подружки, которая тоже была на презентации, у нее в районе суставов были красные, вот красные локти, красные запястья, красные косточки. То есть активайз, он работает как сканер. Вот вы его выпили, и он в течение 3 минут вот так вот сканирует все ваши триллионы клеток и показывает вам самые слабые места, на которые надо обратить внимание и которые нуждаются в энергии, в кислороде и в витаминах. И мы минутки, наверное, через 2, через 3 мы с вами поделимся, но я-то буду видеть, кто и тут начал разобить, и скажет, как вы себя чувствуете. И что еще мне, вернемся к нашему бейсику, что мне еще очень нравится в бейсике, то, что он содержит про и пребиотики человеческого происхождения. Есть немецкий ученый, его зовут Герхард Риутер, и он выделил лактобактерию из женского грудного молока. И вот наш бейсик именно эту лактобактерию содержит. А вы знаете, говорят, что когда лялечка родилась, она должна кушать мамину грудь для того, чтобы иммунитет был. Совершенно верно. Как только вы начинаете употреблять бейсик, у вас включается в работу иммунитет. А кто знает, где рождается иммунитет? Совершенно верно. Видите, я зря тут вот это стою. Вы сами все прекрасно видите. Следующий слайд, пожалуйста. О, наш любимый Ресторейт. Ресторейт, он так и называется, реставратор. Пока мы спим, наш организм реставрируется. Смотрите, это вот витаминный комплекс. Мы его пьем с утра вместе в одном стакане. Ой, прошу прощения, да, Activize и Basic, вот, витаминный комплекс, а это минеральный комплекс. И в чем еще одна из прелестей концепта NTC, в том, что минералы здесь подобраны таким образом, что они усиливают действие друг друга. Это называется словом синергия. Слышали такое слово? Я вот не знала до недавнего времени, что, например, кальций не усваивается без кремния. Слышали такое? То есть можно съесть килограммы кальция, слава богу, если он выйдет, а не где-нибудь там у нас. Да. Или что, например,
йод бесполезно употреблять без селена. То есть они должны быть только парочками. То есть и здесь, в Ресторейте, наши ученые опытным путем вот эти вот на протяжении 20 лет вывели эти формулы, соотношение вот этих вот минералов для того, чтобы они усиливали действие друг друга. И давайте поговорим вот еще о чем. У нас на протяжении дня, если сделать анализы pH крови, с утра кровь будет какая? А к вечеру? То есть с утра она более щелочная, к вечеру она склоняется в кислую сторону. Вот мы легли спать. И что организм в это время делает? Он из буфера вынимает минералы для того, чтобы себя немножко ощелочить. А этими минералами являются и кальций, и магний. То есть почему у нас ранние остеопорозы? Потому что у нас нарушен кислотно-щелочной баланс. Много сладкого, много жареного и так далее. Поэтому Ресторейт, он реставрирует нашу костно-мышечную систему, пока мы спим. Восстанавливает наш сон, восстанавливает волосы, восстанавливает ногти. В общем, реставрирует наше физическое тело. А у кого были, по крайней мере, такие вот первые классные ощущения, что вы давно плохо спали, а когда начали употреблять Ресторейт, сон улучшился? У кого такое? Спасибо. И вы знаете, у нас есть партнеры в Киеве, которые говорят, спать стали меньше, но стали высыпаться за тот небольшой промежуток времени. Говорит наша женщина из Киева, говорит, в 6 утра вот так, пяу, говорит, все, бодрая, готовая уже к чему-то. Ой, нам надо зарядное устройство. Зарядное устройство и следующее. Поэтому Ресторейт – это минеральный комплекс. Витамины мы пьем с утра, минералы мы пьем перед сном. И еще у нас будет один интересный эксперимент, связанный с одним из наших любимых продуктов. Это называется коэнзим Q10. Знаете ли вы, что в 1978 году американский ученый получил Нобелевскую премию за открытие, вернее, за доказательство влияния коэнзима Q10 на человеческий организм? Как его называют в народе? Кто знает? Молодец. Совершенно верно. Это витамин молодости. И когда он перестает у человека вырабатываться? После какого возраста? После 30, после 40, но после 30 так точно. И хочу повторить наш эксперимент. Кто знает коэнзим Q10, как он, ну, что он из себя представляет? Потрогайте, потрите. Юля! А мама? Дома капнешь. Смотрите, попробовали, что это? Жир, совершенно верно. Как себя ведет жир с водой? Вопрос номер два. Жир плавает сверху. Давайте делаем эксперимент. NTC. Это то, что позволяет экономить наши деньги. Вот я его сейчас выпью, 98% вот этой вот всей полезности останется в моих клетках. Наше здоровье. А скажите, пожалуйста, у кого после активайза есть какие-то ощущения необычные? Их уже вынесли. Какие есть ощущения? Покраснело теперь вот как-то вот, далеко-то будет.
А у кого там какие-то почесушки есть? У кого руки потеплели? Уши горят, да? Ой, вы знаете, лучше видеть глазом, вот бывает 100%. Рассказываю быстренько историю. У меня девочка из Киева, из Одессы полетела в Стамбул на 4 дня на шопинг с вот этим же нашим комплексом, который называется «Жизненный тонус». Возвращается из Стамбула в Одессу, а они из Киева приехали на машине, садится за руль. В правах она в очках, она села за руль, полная машина людей, одела очки, еду, мутно, остановилась, протерла очки, хорошо, одела очки, плохо, сняла очки, хорошо. Звонит мне, ну, из Одессы, из аэропорта, Дверь Щагина, такое вообще может быть? За 4 дня я стала лучше видеть. У кого были результаты по зрению? У Наташи и у моей девочки. Это почему происходит? Это действие ниацина. А мы говорили, в почках и в глазах самые мелкие капилляры. Поэтому те люди, которые пьют активайз, они даже того не желая, улучшают свое зрение и теряют очки. Так что очки приложите на веревочку. Я на одевать очки, когда пользуемся. Очень, кстати, это распространенный такой вот эффект. Причем, если как говорю, достаточно быстро. То есть не надо ждать месяц, там полгода. Это 3-5 до недели у людей меняется зрение. То есть коэнзим Q10 мы с вами тоже увидели. И что мне нравится, что коэнзим Q10 в глицерированной форме. И кто знает, какая страна по продолжительности жизни самая-самая? Япония. А почему Япония? Во-первых, омегу-3 едят, и у них на уровне государства, правительства, профилактики, то есть у них коэнзим Q10 это обязательный продукт. То есть мы сейчас только о нем узнаем и говорим, а у них это, ну, норма жизни. И мы с вами к этому придем. И вот так выглядит график упада энергии после 40 лет, то есть снижается энергетика в организме, но когда человек употребляет коэнзим Q10, это как зажигалочка для клеток. И вот у меня папа, ему 72 года, он перенес во время операцию сложную, и сейчас он у меня пьет вот детские витамины и омегу-3 и Q10. Я часто в командировках звоню ему, проведываю, а он говорит: «Доця, ти знаєш, я як жеребець. Раніше після обіду мені хотілося полежати, а зараз не можу влежати. Ляжу, а мене щось підкидає. Я то пали помию, то до курачок схожу, то ще там щось по дому пороблю». Тобто у нього так додавалось енергії, що він після обіду не може лежати. І це, ну, мені як дочці дуже приємно. Тому я желаю всім людям, сидящим в цьому залі, зробити ось такий от подарок себе, своим родителям и своим детям. И сейчас несколько результатов. На этом слайде вы видите девушку, которая из, по-моему, Нижнего Новгорода, и с рождения она страдает сложным нейродермитом. Там были гормоны, в общем, терапии было очень много, ну и, к сожалению, они не справились с этим. И она взяла вот этот вот базовый сет. И давайте смотреть ее результаты. Это через месяц, через два и через три. Так вот, эту девушку пригласят к нам весной на мероприятие в Киев. То есть с ней можно будет познакомиться, увидеть, узнать ее историю. То есть как она восстановила свою кожу. И на следующем слайде мы увидим, у нас есть спонсор, который живет в Германии, его зовут Петер Ковалик. Он, к сожалению, там нарушил какую-то визовую срок, его сейчас в страну не пускают. Мы за ним скучаем, поэтому хотя бы его ногу посмотрим на презентации. У него был варикоз, и варикоз был уже такого уровня, что ему назначили операцию по варикозу. А компания недавно, не больше 2 лет, выпустила великолепный продукт, который называется Моноген. И вот, принимая Моноген на протяжении 3 месяцев, нашему спонсору Петеру Ковалику сказали: вообще это не ваша нога,
и вообще никакой вам операции не надо. И этот продукт содержит в себе, если я сейчас правильно скажу, оксид азота. Это газ, который выстелен внутри сосудов. В общем, этот продукт работает по сосудам. То есть говорят, мужчины, которые употребляют вот этот вот препарат, они вот такие вот становятся прям мужчины-мужчины. На 5 минут или на 10? На все, да. Давайте пройдем. А давайте эксперимент. Что же перейдем к праву. Итак, смотрите, у нас есть вот это вот сет, называется жизненный тонус. Activize Basic Restorate, омега-3 и Q10. Вот этот сет называется базовый сет. Basic, Activize и Restorate. И у компании есть дополнительные продукты, например, витамины для деток. Например, кому после Нового года надо найти талию, праздники прошли, мы употребляем такой коктейль. У кого проблемы с суставами, мы добавляем геленфит. Даже если суставы разрушились, я слышала много обратной связи, люди отказываются от операции по замене суставов. Дальше есть капельки, которые пьются для улучшения зрения. Вот капсулы CC Cell Plus. То есть это капсулы, которые в организм дают вещество, которое называется L-карнитин, которое расщепляет жировые клетки. Оно их превращает в энергию и воду. Ну, кому надо тоже сбросить лишний вес и тоже отремонтировать сердечно-сосудистую систему. Это капли, которые возобновляют мочеполовую систему, называются изофлавон. То есть, ну, база, вы поняли, да, одна, а уже к базе мы добавляем различные продукты, которые нужны там, ну, в зависимости от потребностей. И плавно мы перешли к моей теперь уже любимой теме — маркетинг. Как я уже сказала в начале, я пришла на презентацию колючая. Пришла колючая и ушла через час, и маркетинг даже не слушала. Второй раз, когда я послушала маркетинг, у меня случилось как-то вот так вот. У кого такое бывало? Хоть раз в жизни бывало? Я услышала ключевое для меня. Компания Premium International своим активным партнерам дает возможность получить пенсионное накопление от немецкой страховой компании Allianz. То есть если, а я думаю, я с 2000 года работаю в сетях, как будто работала, а на пенсию не заработала. А тут есть. И я думаю сразу, хочу. За свой первый полный месяц я вышла на тот товарооборот, который мне позволил уже в этой пенсионной программе участвовать. И вот я в январе была в Германии, и мне дали, ну, брошюру заполнить и выбрать для себя ну, варианты вот этого вот страхового накопления. Причем, что очень приятно, там открывается копилка на ваше имя, и половина денег вы платите в эту копилочку, половину денег платит компания, если вы находитесь в одном статусе. Если вы переходите на следующий статус, это, ну, денежная составляющая увеличивается. Да, то есть если в статусе EMM-менеджера вы платите 12,5 евро в месяц, и компания платит 12,5 евро в месяц, то на следующем статусе вице-президент компания платит 25 евро в месяц в вашу копилочку, и вы платите 25 евро, ну, в эту копилочку. Поэтому, ну, как бы наши партнеры в этом статусе меркуют. То есть им сейчас заключить этот договор или подождать до следующего статуса, чтобы получить больше. Это понятно. И основной момент, почему я пришла работать в эту компанию, это вот этот штамп Франкфуртского высшего земельного суда, который подтверждает законность маркетинг-плана компании, что он стабильный, что он легальный, что он законный. И вы знаете, меня вот спрашивают, а как ты это сделала? Это, ну, это легко? А я скажу, нет, это не легко. А это возможно? Да, это возможно. Даже в Украине. Кто хочет жить в Украине, а получать немецкую пенсию? Еще
Вот, смотрите, 15 октября я заключила соглашение с компанией Premium International, и уже в ноябре месяце у меня был вот этот вот статус, который позволил мне этот документ заполнить. Итак, давайте сейчас мы узнаем, как же нам стать партнером компании Premium International. Вариант первый. Это называется деловой партнер. Сюда входит вот этот вот набор. Он называется базовый сет. Activize Basic Restorate. 20% дисконта и один Activize в подарок. Здесь 90 ложечек, то есть 30 порций. Для чего эта компания сделала? Эта компания сделала для того, чтобы каждый, кто становится партнером компании, имеет вот такую вот сумку. И будучи в январе на тренинге в Германии, мы познакомились с генеральным директором Испании, Канарских островов и всей Южной Америки. Вот он говорит, ваша Украина по денежным своим возможностям, ну, примерно такая, как наши вот эти вот страны. То есть люди, можно сказать, вот. И тем не менее, уже в этом году там открывают в Южной Америке крупнейший логистический центр. И он рассказал историю одной девушки. Он говорит, она купила базовый сет, и один активайс ей дали в подарок. Она сказала, вот моя сумка для денег, у нее здесь лежит активайс. И она говорит, идет, едет в Макдональдсе, в туалете, везде. Она знакомится с людьми, у нее стаканчик, активайс, намешала, дала попробовать. Он показывал нам ее страничку в Facebook. За 3 года девушка вышла на доход более 30 тысяч евро. Умничка. Причем она родилась в каком-то испанском там селе, какая-то местная, ну не знаю какое село, он говорит, косноязычная такая речь, нет образования, но есть желание. Итак, это вариант был первый. Вариант второй. Он называется менеджер. Сюда входит 6 вот таких вот базовых сетов. Сюда входит один Activize в подарок. И сюда входит одна сыворотка в подарок, которая называется тройной вот этот вот безоперационный лифтинг. Подарка на 140 евро. 30% дисконта и себестоимость одного набора получается 97 евро. Смотрите, этот набор стоит 139 евро, а этот 580. И в этом втором случае у вас уже подарка на 140 евро. И у вас скидка 30%. И у вас уже включается все 7 источников дохода в нашей компании. Здесь вы видите маркетинг-план. Вы знаете, сегодня моей задачей не будет стоять расписывать полностью маркетинг-план, его рассказывать. Это мы будем об этом говорить приватно на отдельных встречах. Обращу ваше внимание просто на то, что маркетинг-план классический. То есть компания легальная, законная, маркетинг-план классический. В Европе, для примера, я тоже этого, кстати, не знала, пенары вообще запрещены законом. То есть они там просто запрещены. Поэтому маркетинг классический. И вот человек, например, вот моя квалификация, которую я закрыла в ноябре месяце, вот с этой квалификации начинается самое интересное. 10 тысяч очков и возможность получить автобонус. Так как наша страна, Украина, еще официально не открыта в компании, то эти автобонусы нам просто заплатили деньгами. А если есть открытая страна, то автобонус человек получает, и у него есть возможность достаточно быстро получить в лизинг свой первый автомобиль. Это не кредит, это лизинг. То есть вы на автомобиле ездите. Автомобиль обязательно класса BMW черного цвета с наклейкой на двери Premium International. И вот мы уже были дважды в Германии в головном офисе в Шпайере, и по пятницам выдают минимум 3 автомобиля людям, ключи дают. И мы были на событии, это назывался
ежегодное событие MLM в Германии. Там было 4250 человек. Нашу группу забирал такой большой Икарус. Ну, наша группа была такая сборная Украина, Беларусь. И мы застряли в пробке, состоящей из BMW. Я в такой пробке стояла первый раз в жизни. Представляете, стоять в пробке из BMW. Сколько? Минут 30-40, да? Вот мы стояли в пробке из BMW. Такая прелесть. Поэтому, если ну, это смог кто-то, это же возможно повторить, правда? Продукт классный, продукт продает, как нам сказали, сам себя. И компания проводит определенную статистику, понятно, что там сравнивают себя с коллегами по рынку. И мне понравилась эта статистика, что если человек пропил вот этот вот базовый сет на протяжении 3 месяцев подряд, это одна регенерация клеток 3 месяца, то такие люди на 80% остаются с этим продуктом навсегда. То есть вы сделали работу однажды, и эти люди будут всегда с вами. Приводили статистику по другим компаниям. Я не хочу сейчас эту статистику озвучивать, это будет некорректно с моей стороны. Просто, ну, понятное дело, каждый же хвалит свою любимую. Ну, я ничем не отличаюсь. Для меня это уже моя страсть, моя любовь, поэтому я буду хвалить нашу компанию. Вот, видите, обведен красненьким этот статус. И с этого статуса начинается самое интересное. Начинается программа пенсионного накопления и дополнительные бонусы. Дополнительными бонусами является автопрограмма, дополнительными бонусами являются путешествия. То есть компания несколько раз в году за свой счет своих лучших сотрудников вывозит в лучшие курорты мира. В прошлом году это была Хорватия, в этом году это будет Италия, в следующем году это будет Бали. Вот пенсионный план, ну скажем так, это, наверное, мой был один из основных побуждающих мотивов, почему я пришла. Вроде бы как и рано про пенсию задумываться, но все равно. Вот я за свои первые 1.5 месяца сотрудничества с компанией заработала 18 папиных пенсий. И мне приятно. Вот. Обучение. Когда вы в этом статусе, он называется International Marketing Manager, вам компания, правда, выделяет 2500 евро на обучение. Но она вам их не дает деньгами. Если бы вам дали 2500 евро денег, я думаю, каждый из нас нашел, куда их пристроить. Правда? Мест достаточное количество. Поэтому нам их не дают деньгами. У нас есть возможность поехать в Германию на обучение. Такие обучения проводятся, как правило, раз в квартал. И взять с собой 2 своих перспективных сотрудников. То есть это такой вот, ну, промоушен от компании. И, конечно же, специальные поощрения, стимулы. Сейчас у компании есть такой поощрительный стимул, он называется бонус быстрого старта. То есть о чем это говорит? Если вы в 1 месяц достигли статуса, например, sales manager, в следующем месяце вы этот статус подтвердили, то есть достигли точно такого же статуса в следующем месяце, то по итогам 2 месяцев вам компания дает плюс ко всем доходам $100 дополнительных. Если маркетинг-менеджер, это 5000 баллов товарооборота, вы достигли, например, в январе и феврале, то по итогам 2 месяцев плюс ко всем доходам еще плюс 200 евро. Если вот интернационал-маркетинг-менеджер, 10 тысяч баллов, там где пенсия, автобонус, даю подсказку, то компания по итогам 2 месяцев дает дополнительных 500 евро ко всем доходам, которые вы получите. Чеки партнеры наши получают каждого 15 числа следующего месяца. Вся эта статистика отражается у вас в бэк-офисе, то есть вы заходите в свой кабинет, там у вас есть раздел, ваши комиссионные, вы смотрите уже свои комиссионные. То есть маркетинг-план достаточно простой, достаточно щедрый, справедливый. То есть, и что мне понравилось, здесь
вот в бинарах есть такое, что большую часть денег получают те люди, которые стоят вверху и в спиловере, да, то есть это мы все прекрасно знаем. А этот маркетинг-план, он почему и законен, и легален, что тот человек, который находится, например, в вашей структуре ниже вас, но у него там больше первая линия, больше товарооборота, он и получит больше, что приятно. И здесь в том числе есть возможность, если я не ошибаюсь, но, по-моему, не ошибаюсь, даже если у вас одна работающая ветка, вы будете получать доход. Все равно. То есть вы однажды какую-то работу проделали, какой-то там труд или подвиг совершили, и вы будете получать доход. И какие, сейчас я хочу просто у наших партнеров спросить, какие у них есть, у тех, кто нашими продуктами пользуется уже, какие есть в течение одной минуточки, можно сказать, какие есть результаты по здоровью. Начали принимать продукты, получили какой-то результат. Пока вы будете думать, вспоминать свой результат, я быстренько расскажу о своем. Я в этом году, вот в январе месяце, успела побывать 8 дней, 7 ночей в Египте, all inclusive. Потом после Египта через 2 дня побывала в Германии, all inclusive. Прилетела домой, приехала в Кривой Рог, встала на весы плюс 2. Ну, как-то по одежде не очень заметила, но все равно есть. И 3 дня подряд я ужин заменяла коктейлем. Причем написано в инструкции, надо 4 ложки. Вот тут такая вот мерная ложка. Я первый раз насыпала 3 ложки, а потом уже начала по 2 ложки. Так вот, за 3 дня ушло минус килограмм. Ну, я считаю, что для новогодних праздников это замечательно. У кого еще есть какие результаты? Хвастайтесь. Не стесняйтесь. Ни у кого нет никаких результатов. Я, как и Юля, очень колючая отнеслась вообще и к компании, и к продукции. Прошла все этапы. Это мне не надо, это дорого. Ладно, попробуем, но работать не будем. Но когда попробовали, нет, возьмем маленький сет. Нет, не надо, лучше большой, потому что он же дешевле получается. На 5-й день я уже говорила, что я заметила, что когда приходят сообщения, у меня всегда было лезешь в сумку за очками. А тут вдруг я замечаю на 5-й день, что какое-то одно действие не выполняется. То есть уже очки не нужны, ты открываешь и читаешь. Позже я заметила по мужу, что он, у него сон наладился, тоже на 5-й день. Дальше, ну, энергия появилась. И что самое главное, я считаю, это, ну, достоинство, начались обострения тех болезней, которые, ты думал, уже их нету, и они никогда не возникли, там, лет 40 назад были. Вот они проявились и такими волнами пошли, то обостряются, то чуть уходят, обостряются, уходят, обостряются, и в течение недели они ушли, ты за них забыл. Такое расслабление почувствовал в мышцах, в суставах. Естественно, перестали болеть суставы, ну и похудение. Я никогда не взвешиваюсь, я давно берегу свою нервную систему, зачем расстраиваться, но я просто по одежде вижу, что она сейчас падает. Ну и по лицу, и многие знакомые заметили. Да, еще вчера делала маникюр, и мастер заметила, что очень плотные ногти стали. У меня очень тонкая пластина была ногтевая, она всегда страдала. Где-то 3 недели уже лопались. До коррекции не доходила. То сейчас уже 1.5 месяца я проходила, она говорит, все ясно, пьете продукцию, потому получаете результаты. Ну, может быть, еще у кого-то есть результаты. Есть у кого результаты? Нету результатов? Ладно, ну, все лучше стесняются, это нормально. Потом в привате расскажете нам свои результаты. И я хочу вас пригласить в этот удивительный мир красоты, здоровья и финансовой свободы. Обратитесь к тем людям, которые вас пригласили, пускай они дадут вам регистрационную ссылку. У нас есть представительство и склад в Киеве. Продукцию можно заказать, она на следующий день уже будет в вашем доме. Благодарю вас за внимание, и вместе мы сделаем наш мир лучше. Спасибо. Спасибо.